Американский союз за гражданские свободы пригрозил судом всем школам Кентукки, которые не запретят раздачу Библии ученикам. Об этом сообщает христианский мегапортал invictory.org со ссылкой на православие.by. По мнению этой атеистической организации, отсутствие такого запрета антиконституционно. В ответ христианская организация «Альянс в защиту свободы» разослала по школам письмо, подписанное 8 сотрудничающими с Альянсом адвокатами, где опровергает доводы Американского союза за гражданские свободы, якобы доказывающие незаконность раздачи Библии. «Школы должны поощрять, а не запрещать свободный обмен идеями», заявил юрист-консул Рори Грей. Именно поэтому школы часто разрешают группам самого разного разбора распространять среди учащихся разнообразную литературу. Лишить этого права именно христиан – вот это и вправду противоречит Конституции. В письме также напоминается, что решения федеральных судов не раз подтверждали право частных лиц распространять религиозную литературу в школах на тех же основаниях, что и светскую.